В минувшую субботу на берегу Оды прошли соревнования по преодолению лесной и горной трассы на мотоциклах. Обильный снегопад не помешал экстремалам выйти на старт и побороться за главный приз – кубок эндуро-клуба «Азимут». В судейские протоколы были внесены имена 40 гонщиков из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского. Самым быстрым удалось преодолеть два круга дистанции за 45 минут. После подведения итогов лучшим гонщикам достались в награду памятные дипломы, кубки и медали. В этом году особое внимание было уделено безопасности спортсменов. В этом году у нас очень сильно возрос травматизм. Ну, как бы страхуются, конечно, все, но тем не менее скорая по положению надо их, в общем-то, две иметь для соревнований. Но на данный момент у нас не такие большие финансовые возможности, у нас одна скорая.